Длина родниковой – почти 1,5 километра. Разница в высоте между первым и крайним на улице домом – 40 метров. До верхней точки давления просто не хватает. С этой проблемой к главе и обратились жители Бужора. Тогда руководитель Анапского водоканала Ярослав Царевский пообещал установить насосную станцию во второй половине июня. И вот долгожданный июнь, а вот улица Родниковая. Специалисты водоканала уже построили здание насосной станции, сделали новый разводной узел, ждут насосное оборудование, которое придет на предприятие в ближайшие дни. Уже насосное оборудование, запорная арматура оплатили. Ждем, когда ее нам доставят. Технические условия на электроснабжение уже подана заявка. То есть в скором времени, я думаю, что мы сможем подавать на улицу Родниковую воду, питьевую воду. Оборудование будет установлено, импортные насосы фирмы «Вилла», которые минимум шума, энергосбережение от них, то есть хорошее. То есть здесь будет стоять три насоса, взаимозаменяемые, чтобы вдруг один какой-то вышел из строя, но сразу мог подключиться другой насос и подавать бесперебойно воду. Кроме того, решили здесь и другую давнюю проблему с электричеством. На улице установили новые электрические подстанции. Свет сделали, ничего, все нормально. Вода. Сейчас насос подключаю, подключали. Не хватает мощности воды, давления, чтобы до конца улицу вести. А теперь, короче, насос поставили, обещали, будет воды. Полностью завершить работу по запуску насосной станции специалисты водоканала планируют до конца месяца. Жители Родниковой будут и с водой, и с электричеством. На очереди дорога. Ее отремонтируют во второй половине этого года на бюджетные средства.